Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вновь приветствовать вас в библиотеке иностранной литературы в Центре славянских культур. А мы продолжаем болгарские сезоны в иностранке. У нас уже второй сезон культурных мероприятий, посвященных истории и культуре Болгарии. Эти сезоны мы проводим совместно с Болгарским культурным институтом в Москве. Практически каждый месяц, а то и более, у нас выходят прямые трансляции на портале «Культура.рф». Были моменты, когда первые сезоны проходили только офлайн, в стенах библиотеки, не только музеев, каких-то выставочных центров. Были моменты, когда мы все свои события транслировали только онлайн, через социальные сети и портал Министерства культуры «Культура.рф». Сейчас я рада приветствовать зрителей в нашем зале, которые вживую пришли познакомиться с лектором и послушать эту лекцию. И рада приветствовать зрителей, которые подключают свои компьютеры, телефоны также, чтобы посмотреть и прослушать лекцию. Я хочу представить нашего сегодняшнего героя, лектора Никиту Гусева, кандидат исторических наук, ученый-секретарь Института славяноведения Российской академии наук, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов периода мировых войн. Также хочу отметить название лекции, которую он прочтет. «Генерал Радко Дмитриев. Русско-болгарская судьба генерала в эпоху потрясений. Новые документы и забытые публикации». Также хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие проходит при участии посольства Республики Болгария в Российской Федерации. И с приветственным словом выступит Десислава Парушева, советник по образованию, науке и культуре посольства Болгарии в Российской Федерации. Также приветствую от лица всех собравшихся Розалину Попову, первого секретаря посольства Республики Болгария. Десислава, пожалуйста, вам слово. Мне особенно приятно присутствовать сегодня на лекции, подготовленной известным специалистом по балканской, соответственно, по болгарской истории начала 20 века. Хотела бы поблагодарить вас за проделанную работу, за сотрудничество, за готовность и желание поддержать замечательные проекты Болгарского культурного института и Центра славянских культур, библиотеки иностранной литературы. Они сделали, если позволите мне, они сделали нас сопричастными серии культурных событий, которые были очень интересно смотреть в период пандемии, сделали так много для всех нас. Спасибо. Я рада, что эту лекцию услышат не только гости библиотеки иностранной литературы, но и все слушатели портала Министерства культуры «Культура.рф». Я уверена, что всем будет очень интересно узнать побольше о генерала Радко Дмитриева, участника четырех войн, эрудита и человека с неординарной судьбой. Уважаемые дамы и господа, дорогие приятели, скипи коллеги, много рада ви видя. Това значи, че не само аз се интересувам от генерал Дмитриев. Обаче, имайки предвид аудитория и вземайки, разбира се, предвид моето ниво на български, ще говоря руски, ако сте се съгласни. Генерал Радко Дмитриев – это очень интересная судьба человеческая, даже в отрыве от его каких-то личных событий. Это человек, который оказался зажат в силу своих убеждений в тиски двухсторонних российско-болгарских отношений. Их колебания, их зигзаги сказывались на его судьбе. И он в какой-то мере покорно, в какой-то мере активно следовал или даже определял их. Родился сам он в 1859 году в небольшом селе Градец, недалеко от Сливина, в семье учителя. Но скоро потерял отца. Его воспитанием занимался отчим, который видел в будущем его торговцем, для чего даже отправлял на стажировку для обучения в Тульчу. Но спустя некоторое время мальчик вернулся домой, на родину учился в гимназии, которую закончил накануне как раз апрельского восстания, в котором он вроде как принял участие, но уже сама судьба Радко Дмитриева, она такова, что иногда тяжело отличить здесь легенды, которая обросла его фигурой, и какие-то фактические события, поскольку
Надо признать, он сам во многом способствовал формированию своего образа, в том числе и публикации в начале века, когда был на пике славы. Так вот, если верить сложившейся традиции, участвовал на апрельском восстании. Затем, с начала русско-турецкой войны, хотел поступить в знаменитое болгарское ополчение, куда, однако, не был принят в силу своего юного возраста. Тогда он устроился просто-напросто переводчиком в одном из отрядов генерала Иосифа Гурко. После войны Радко Димитров, приобретя уже определенный опыт, поступил в вольно определяющийся, затем в Софийское военное училище, которое окончил вскоре, отправился в Николаевскую академию генштаба в Петербурге, после которой вернулся на родину как раз накануне судьбоносных восстаний, накануне судьбоносных событий. В это время как раз была объявлена сербо-болгарская война, вызванная реакцией сербов, короля Милана, внутренними событиями, и воспользовавшись поводом объединения Болгарии, чья годовщина недавно праздновалась, Милан решил исправить ситуацию внутри страны и напал на Болгарию. По приказу из Петербурга болгарскую армию, как, наверное, вы знаете, покинули русские офицеры, которые создавали. И это была армия так называемых капитанов, где майор мог командовать фронтами, капитаны командовали полками. И Радко Димитров в этой войне себя блестяще проявил. Он командовал одним из авангардных отрядов, был достоин ордена за храбрость 4-й степени. Вот он выглядел в это время так, и этот портрет, как неудивительно, насколько я понимаю, сейчас висит в болгарском посольстве, хотя здесь, конечно, он совершенно другого времени, нежели тот, когда он занимал дипломатическую должность в России. И вот, собственно, памятник капитанам, так называемый, который стоит рядом с местом решающего сражения, с Линницей, и в центре изображен непосредственно Радко Димитров в окружении других своих коллег. Однако отношения между Россией и Болгарией в то время портились. Часть общества винила в том князя Александра Батенберга. Радко Димитров вместе с другими молодыми офицерами, в том числе и этими капитанами прославившимися, решил организовать переворот. Как вспоминал один из них, позднее тоже перебравшийся в Россию, Анастас Бендерев, Радко Димитров ходил с этой идеей, подходил к Бендереву, тогда заместителю министра, военного министра. Бендерев спросил военного министра Никифорова, тот объявил о своем нейтралитете. Тогда началась подготовка этого восстания. Молодые эти офицеры ворвались к князю Александру Батенбергу во дворец. Радко Димитров угрожал револьвером, приставил его к виску самого князя и заявил тому, что он болгарский народ, вас еще больше полюбит, если вы, возможно, скорее оставите княжество. И добавил, ну, дальнейшие разговоры излишние. Идемте. Злопыхатели, естественно, вспоминали, что Радко Димитров был пьян. Тут тяжело судить, может быть, действительно офицеры для храбрости что-то и приняли. Все-таки они шли на какое большое событие. За ними не стояло никакой руки Петербурга, не стояло руки Вены. Они сами, вот эти молодые ребята, которые были вознесены просто на вершину Олимпа, бывшие крестьяне, теперь они заместители министра, командующие округами. То есть голова у них была скружена, сыпавшись на них славой и почестями, и они при этом решают своего благодетеля непосредственно свергнуть. Этот переворот им, как известно, удался, но вскоре последовал контрпереворот под руководством Стефана Стамболова. И эти офицеры-заговорщики были вынуждены бежать. Радко Димитров, как считается, переодевшись крестьянам, добрался до Константинополя, оттуда в Одессу. Однако он не сложил далеко руки. Он считал возможным новый переворот с опорой на армию. Здесь уже действительно была какая-то рука Петербурга. 4 октября он получил паспорт поддельный на имя Евгения Данилова для проникновения в Болгарию. Заговорщики начали готовить 2 штаба в Бухаресте и в Адрианополе, нынешнем Удерне. В один из этих штабов входил Радко Димитров. Когда в пограничной Силистре вспыхнул бунт, туда прибыли эти офицеры из Бухареста, но регулярные части быстро окружили город, офицеры-инсургенты вновь покинули родину, уже теперь надолго.
Как затем уже объяснял в одной из российских газет свой поступок кратко Дмитриев, они не руководились корыстью. Действительно, их положение было завидным. Действия князя вели к разрыву России, и они оценили этот путь как гибельный для своей родины. В России Радко Дмитриева, как и многих других, приняли на военную службу. Радко Дмитриев получил распределение в Тифлис, нынешний Тбилиси, столицу Грузии. Там он командовал ротой, затем дослужился до подполковника с назначением командира батальона. На маневрах отмечали его грамотность, сообразительность. Здесь он скучал. Есть свидетельство о том, что он в это время перевел на болгарский язык Дубровского Пушкина и хотел его в будущем издать. Но ни перевода, ни каких-то отрывочков не сохранилось. Может быть, это тоже какая-то очередная легенда. Но не легенда была то, что здесь у него начался роман, вскоре он женился на Ольге Николаевне, воспитаннице Московского Екатерининского института благородных девиц. У них появились сыновья. Радко Дмитриев, тем не менее, оттянул на родину. Он писал вскоре после падения Стамбулова своему другу Георгию Вазову: «Время сделать все, чтобы вернуться». Сам фигура Георгия Вазова, надо тоже признать, очень интересная. Это брат знаменитого, если не крупнейшего, болгарского писателя Ивана Вазова. Его младший еще один брат Владимир в будущем, во время Первой мировой войны, тоже станет генералом. А здесь один из братьев оказывается разделенным, он уезжает в другую страну из-за своих действий. На этом, наверное, можно судить о том, роли политизации, которая была присуща болгарскому обществу тогда, о чем писали многие путешественники. И, сдается мне, и сейчас все-таки, хотя менее трагически, слава богу, политические взгляды могут разделять семьи. Вскоре действительно были восстановлены отношения между Россией и Болгарией после падения Стамбулова, однако данная амнистия офицерам-заговорщикам не устраивала Радко Дмитриева. Ведь амнистия давала лишь право вернуться на родину и не быть подвергнутым судом. Радко Дмитриев видел себя в армии. И он хотел вернуться именно в болгарскую армию, а не просто в Болгарию. Через некоторое время эта проблема была улажена, Радко Дмитриев вернулся. Но, однако, все-таки, надо признать, не все его принимали столь радостно и миролюбиво. Одна из газет призывала не общаться, игнорировать этих офицеров-заговорщиков, вернуть. Саму Радко Дмитриеву некоторые его и коллеги, и подчиненные не подавали руки, демонстрируя тем, что свои взгляды на его поведение и на отношение к присяге. Но, тем не менее, это не мешало быстрому продвижению. Все-таки таланта он был, видимо, большого. Вскоре он уже был начальником генштаба. Иностранные наблюдатели на учениях отмечали, что это наверняка самый талантливый полководец Болгарии и способный в будущем принести победы своей стране. И в 1912 году, когда праздновалось 25-летие восшествия царя Фердинанда на престол, Радко Дмитриев в числе первых офицеров получил звание генерала-лейтенанта. До этого ни одного генерала-лейтенанта в болгарской армии не было. В том же году, уже осенью, началась Первая Балканская война. Болгария, Сербия, Черногория и Греция объявили войну Турции с целью изгнать турок из Европы. Все преследовали свои цели. Болгарская армия действовала в основном на Фракийском театре военных действий, двигаясь к Константинополю. И здесь ключевую роль играла Третья армия Дмитриева. Его имя гремело после побед при Лозенграде, Леборгасе. Русская пресса обращала на него огромнейшее внимание. Василий Иванович Немирович Данченко, который отправился на эту войну, потому что он не мог усидеть, он был наблюдателем войны за освобождение Болгарии. И в этот раз он двигался по тем же самым местам, что и в 1877-78. Немирович Данченко наблюдал вблизи Радко Дмитриева, писал, что тот производит большое впечатление своей простотой. И называл его болгарским Скобелевым. И считал, что тот внешне похож даже на Наполеона больше, чем на Скобелева. Но, однако, ему виделось, что Дмитриев не склонен к озерству, к каким-то эффектным театральным жестам. Однако занят он всегда военными делами, сохраняет спокойствие и вдумчивость. По мнению Немировича, Данченко – это чисто болгарский тип, демократический, как его штаб, как офицеры, как и солдаты.
Здесь много к чему можно было придраться в этом описании, однако в будущем, конечно, покажется, что поначалу Немирович Данченко был прав. Но что все отмечали, это действительно было присуще, никогда не было от князя Дмитриева, это личная храбрость. Вспоминали, как он лично на коне скакал перед своими частями, когда они могли дрогнуть, что возвращал уверенность войскам, они в новые шли атаки. И решительность, громадная инициатива Радко Дмитриева постоянно давали ему рядом эпитеты болгарского Суворова, болгарского Скоблева. Хотя на родине чаще его коллеги именовали Наполеонча, Наполеончик, поскольку Радко Дмитриев не был богатырского роста, хотя храбрости был большой. Не сказалось на положительном, прекрасном образе, который можно в целом свести к аттестации другого русского корреспондента фон Дрейера, ярый русофил и отличный генерал. Не сказалось на нем и Вторая Балканская война, в которой Радко Дмитриев командовал соединением, действующим против сербов. В определенный момент, как пишут современники, Радко Дмитриев засомневался в успехе, поскольку боялся одного маневра и допустил отступление. Не сказалось на Радко Дмитриеве, собственно, и во время Первой Балканской войны его поражение при штурме Чаталджинских высот, последнего укрепления на пути к Константинополю. Русские корреспонденты писали, что Михаил Савов, заместитель командующего, был торжественен перед началом атаки. Радко Дмитриев мрачен и недоволен. Он несравненно лучше оценивал положение и был против боевой авантюры. Дело было намного, конечно, сложнее. Радко Дмитриев тоже особо не знал, что ему делать. Он открыто говорил, что если мы сейчас идем на штурм, что очень нежелательно, то у нас есть хоть какой-то шанс. Через некоторое время у нас не будет шанса вообще, потому что армия просто устала. Армия начала болеть холерой. И Радко Дмитриев боялся, что все пойдет крахом. Но, тем не менее, он командовал в этом проигранном фактически сражении. Однако русские корреспонденты, повторюсь, этого не замечали, поскольку, опять-таки, он был не просто отличный генерал, а и ярый русофил. Русская пресса была тогда отнюдь не образцом объективности. С учетом популярности военачальника, видимо, было принято решение об его отправке в Петербург весной 1913 года для переговоров с российским руководством. Тогда как раз в Болгарии была сложная дипломатическая ситуация. Вторая Балканская война не началась, но все шло к ней. И были очевидны претензии сербов, были очевидны претензии румын. И тут Радко Дмитриев едет в Петербург. Сербский посланник в Софии узнал об этом от английского дипломатического представителя. И тот считал, что Радко Дмитриев едет повлиять в вопросах болгаро-русских и болгаро-сербских взаимоотношений. Французский военный атташе считал, что Радко Дмитриев едет в связи с румынскими проблемами. Вместе с генералом ехал и председатель парламента Стоян Данев. Однако пресса не так уж много удивляла внимание Данева. Все внимание сосредоточилось именно на генерале. Общественное мнение и отмечало его даже неофициальным характер визита. Собственно, неофициальность была настолько, что паспорт для въезда в Россию, для разрешения на въезд в Россию, Радко Дмитриев получал не у русского посланника в Софии Неклюдова, он получал об этом в Русе. Не знали об этом дипломаты, и премьер-министр Геша был вынужден объяснять своим подчиненным, что Радко Дмитриев без ведома нашего отправлен царем. Очевидно, миссия касалась столь деликатных вопросов, что пытались ее скрыть. До сих пор это особо непонятно, для чего ехали, версии есть разные. Но хронологически происходило следующее. 10 марта генерал посетил редакцию «Нового времени» газеты, принял участие в торжественных банкетах. На одном из них отозвал в сторону видного российского политика Родзянко и спросил совета. «Я приехал с секретной миссией повергнуть стопам его величества Константинополя. Как мне быть? Как говорить с государем?» 12 марта генерал действительно встретился с Николаем II, однако тот оставил очень скупую запись в своем дневнике. Принял болгарского генерала Радко Дмитриева, героя последней войны. Не уточняя, никакие вопросы не обсуждали, ничего. Хотя аудиенция была длительная, что отметили в своих воспоминаниях другие приближенные ко двору люди. И
Слухи в дипломатическом корпусе российском ходили, что генерал прибыл с целью предложить взять России Константинополь, точнее даже не взять, а взять болгарским войскам Константинополь и передать его в России и в ответ получить поддержку. Однако, как считается, российский министр иностранных дел Сазонов альтруизму царя Фердинанда не верил, понимая, что в России в тот момент проливов не получить. Не потому, что Россия не может взять военные силы, потому что Россия не позволит ей это, а другие европейские державы. А потому в Петербурге не желали появления эвентуального византийца Фердинанда, как они тогда выражались. Пребывание Радьки Дмитриева в столице совпало с падением Адрианополя. В России, в Петербурге и вскоре по всей стране прошли массовые манифестации. 18 марта, на следующий день, после массовых манифестаций Радко Дмитриев уезжал на родину, и проводы генерала на Варшавский вокзал превратились в еще одну массовую демонстрацию, которая опять-таки разгоняла полицию. Это были поистине удивительные для нашей страны тогдашнего времени, по крайней мере, демонстрации. Люди пели «Боже, царя храни», а их разгоняли нагайками. Однако вскоре все-таки была Вторая Балканская война. Внешнеполитический вектор Софии развернулся в сторону от Петербурга, и русофильская позиция генерала не находила больше поддержки. Тогда его отправили в Петербург. Возможно, чтобы использовать его авторитет, ведь он теперь был посланником, представителем официальным Болгарии в России. А возможно и другое. Возможно, от влияния Радко Дмитриева хотел избавиться и премьер-министр Радославов, и сам царь Фердинанд. Поскольку уже было, ходили разговоры о создании некой внепартийной офицерской партии, собственно, то, что потом в Болгарии будет в межвоенный период. Ходили слухи о том, что Радко Дмитриев и военным каким-то переворотом хочет заняться. Наверняка тут вспоминали это прозвище Наполеончик, что наш Наполеончик, может быть, хочет быть и как настоящий. Даже когда потом, уже летом 2014 года, начнется, еще не начнется, но уже будет понятно, что скоро-скоро разразится Первая мировая война, в Сербии будут ходить слухи, что в Болгарии будет свергнут Фердинанд, а Радко Дмитриев станет главой нового кабинета. Все эти слухи, все эти разговоры, конечно, могли нервировать официальные круги в Софии, и они его отправили в Петербург, чтобы хотя бы там он какую-то пользу приносил стране. И он действительно пытался ее приносить. Он с горечью сообщал о постеленелой пропаганде антиболгарской печати, пытался изменить отношение к своей родине, настаивал перед руководством выделения средств на это. Мог месяцами просить какие-то средства на издание книги, в том числе вот таким образом была опубликована монография, работа, назовем ее так, будущего советского академика Николая Севастьяновича Державина о македонском вопросе. Радко Дмитриев организовал приезд болгарской делегации на открытие памятника Николаю Николаевичу Старшему, главнокомандующему русскими войсками во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов. Происходило это в январе 1914 года. Начались массовые банкеты, но, как сообщал с горечью Радко Дмитриев, мы по степени были поставлены после румын и сербов. Прошедшее мероприятие – это хорошее начало, которое, если культивировать в будущем, парализует в большой степени греческие и сербские интриги против нас. Писал он донесение своему непосредственному руководству Софии. Однако все время подчеркивал, что мы идем после румын и сербов, после нас только черногорцы. Тем самым как бы подчеркивая, какие ныне приоритеты в Петербурге. Но замечал, что его наградили орденом, при этом Святой Анны с мечами, и это произвело определенное впечатление и комментируется как начало благосклонного отношения к Болгарии. Не забывал здесь, собственно, и героев, русских героев болгарской истории. Выхлопотал пенсию престарелому и больному, уже глубоко больному генералу Баренцеву, первому болгарскому военному министру. И, тем не менее, все-таки это было капля в море. Он не мог изменить никакого вектора своей политики, своей страны. Он мог лишь только делать мину при хорошей, при плохой игре.
Тем временем в Сараево прогремели знаменитые выстрелы, и началось скатывание Европы в Первую мировую войну. И 25 июля уже Радко Димитриев подал в отставку с поста посланника, объяснив это в заявлении, вскоре растиражированном в прессе. «Как болгарин, я не могу в эту историческую минуту остаться в стороне и считаю своим святым долгом отдать свои силы России, которой Болгария обязана своим национальным существованием». Однако не для прессы Радко Димитриев поделился другим соображением. Он рассказал своему болгарскому знакомому, что он послужит своей стране, именно поступив на русскую службу. «Я как военный человек, — заявил он, — я понимаю, к чему все идет, что победит Россия и Франция, и Англия. К сожалению, у нас в Болгарии этого не понимают. Приняли решение идти вместе с Германией, потому что Сербия на противной стороне. Они развалят Болгарию, и я им не могу помешать. Если я останусь здесь, я буду просто соучастником в выкапывании могилы наших национальных идеалов. Вы знаете, что меня в Болгарии уважают, что мне в России верят и уважают. Более того, в самых высоких сферах прислушиваются к моим словам. Если я останусь болгарским представителем или вернусь в Болгарию, это пустит этот капитал по ветру. Я предвижу, что Болгария переживет очень тяжелые дни, и на нее буду смотреть с ожесточением и злобой. Кто тогда сможет сказать о ней доброе слово? Кто поможет ей вылезти из бездны, в которую ее бросят? Вспомните о той роли, которую когда-то сыграл российский министр иностранных дел грек Каподистрия для освобождения Греции. Вспомните, какую роль сыграл любимец Александра I, князь Адам Чарторийский, по спасению автономии Польши. Может быть, я самообольщаюсь, но все же мне кажется, что однажды я смогу исполнить свой долг в Болгарии лучше любого другого болгарина. Действительно, после уже окончания Первой мировой войны, после всех этих событий, когда на Болгарию действительно смотрели как со злобой со всего мира, накануне обсуждения условий договора мирного Невского собирали сведения о тех болгарах, которые служили в русской армии. О том же самом Радко Димитриеве вспомнили, о Сарафове, Бендере, Енчеве. Вспоминали всех, вплоть до капитанов. И указывали особо, кто погиб, защищая Россию и, соответственно, дело Антанты, что было в тот момент наиболее важно. Пытались использовать их имена, чтобы облегчить несчастную участь страны, но все-таки в НЮИ мир диктовали, а не обсуждали. Но как бы то ни было, вернемся в 1914 год, когда еще все было далеко не так очевидно. Радко Димитриев сразу же после своего публичного выступления был назначен командиром 8-го корпуса 8-й армии генерала Брусилова, Пикантес. И, видимо, поэтому назначали на такую должность Радко Димитриева, в том, что в этот состав корпуса входил 54-й пехотный Минский, его величество царя болгарского полка. Соответственно, шефом царя полка являлся лично царь Фердинанд, а в составе его, ну, понятное дело, что только номинально, но тем не менее числились сыновья болгарского монарха Борис и Кирилл. Конечно, в Болгарии все это вызвало большую ненависть. Газета «Кампана» писала как об изменнике и предателе, каковых в истории военной и политической до сих пор не было. Но переход Радко Димитриева на русскую службу подарил ему громадную популярность. Его портреты печатались на страницах прессы рядом с командующими армиями и фронтами. Настоящая слава пришла после первых больших, конечно, побед. 16-18 августа на реке Гнилая Липа генерал нанес сокрушительное поражение противнику, когда в критический момент оказался оголенный участок фронта. Радко Димитриев собрал штаб, конвой всех, кто находился рядом, и лично повел их в атаку, отразив наступление австрийцев. А 23 августа, буквально через несколько дней, с небольшими потерями занял город Миколаев. Получил вскоре за это орден Георгия 4 степени. В конце августа же сумел устоять перед превосходящими силами австрийцев под Львовом и не отступить. Причем генерал Радко Димитриев подавал лично пример мужества и беззаветной отваги, как отметил тогда представление к награде генерал Брусилов. Успешное выполнение всех задач привело к тому, что русскому полководцу болгарского происхождения уже к
вскоре дали чин генерала от инфантерии и назначили командующим 3-й армией Юго-Западного фронта. Тут, конечно, была на него огромная слава. Журнал «Искр» вышел с его фотографией на обложке и заголовком «Славянский герой». Через некоторое время посвятил ему разворот заголовком «Герой Западной Галиции». С Радко Дмитрием выходили марки, почтовые открытки, лубочные картинки в цикле изображений, посвященных войне. Он был отмечен даже на Западе. Французы выпустили шоколад, а англичане сигареты с изображением генерала Радко Дмитриева. Он воспевался настолько, что даже была песня о нем. В брошюрах, в одной из этих брошюр, собственно, была опубликована эта песня. Громче дифирамбы придумать, наверное, было невозможно. Как часовой стоял он на страже, и город Львов оберегал. Болгарин ты, ты гордость наша, ты славный русский генерал. Сразу в нескольких изданиях рассказывались и пересказывались его подвиги, в том числе какие-то мифические детали его биографии, вплоть до того, что он являлся сыном полка, который сиротой взял один из русских полков во время русско-турецкой войны, и он был воспитан в России. В другом рассказывалось, что в одной из петербургских семей, узнав о его переходе в Россию, о приезде его еще в 1913 году в Россию, женщина при смерти просила передать образ Спаса Нерукотворного именно генералу Радко Дмитриеву. Этот орден действительно Радко Дмитриеву передали. И этот орден был точь-точь таким же, как при себе всю жизнь носил Александр Васильевич Суворов. Тут, конечно, самый был толстый намек на то, с кем сравнивали Радко Дмитриева. Но чаще, конечно, его отождествляли с другим героем, можно сказать, совместно русско-болгарской истории, с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. Недаром его называли современным Скобелевым, болгарином с душою Скобелева, вынося это все в заголовке. Для российской официальной пропаганды, конечно, Дмитриев стал поистине находкой. На начальном этапе войны весьма скудно в плане громких побед. Практически не было военачальников, способных стать символом победы. Предыдущая русская война – это была русско-японская, где нечем было хвастаться. А победы гремели лишь во время русско-турецкой. Те генералы, конечно, уже были далеко не в том возрасте, чтобы командовать. А за Радко Дмитрием тянулся шлейф побед над Османской армией. Русское общество пристально следило за балканскими войнами. И, конечно же, Радко Дмитриева, на русский манер он даже стал называться не Р. Дмитриев при сокращении, а фамилия у него стала Радко дефис Дмитриев. Чтобы лишний раз не возникало каких-то расхождений, что это один или разные герои. Потому, несмотря на то, что в сборниках вот этих всех помещались не только рассказы о нем, тут много, это один из 7-8 обычно рассказов, все в них печаталось одно и то же самое. Тем не менее, постоянно повторялась его фамилия как символ. Вдобавок, что немаловажно, болгарин, перешедший на русскую службу в то время, когда его родина заявила о своем нейтралитете, когда тот же самый Василий Немирович Данченко со страниц прессы кричал: «Ну где вы, болгары? Вы, быть может, потом уже поздно», когда Леонид Андреев выпускает «Торгующим во храме», когда сыпется огромное количество произведений, скорее даже, можно сказать, обратной психологии, когда болгары настолько как бы ругают и указывают прямой путь, а именно свержение Фердинанда, вступление вместе с Россией в войну против немцев, и не слышно, хотя и пытаются публиковать болгары в это время какие-то объяснения того, что вы не понимаете, вы вообще в Петербурге хоть понимаете, из-за чего мы поссорились, почему не можем быть сербами, просить всего не слышат. Поэтому вот образ Радко Дмитриева как раз-таки был очень удачен как намек, как призыв к действию. И одна из столичных газет российских, «Колокол», впрямую об этом просто писала, что болгары теперь должны непосредственно последовать примеру победоносного генерала. И опять-таки немало все-таки было на русской службе болгар в то время. Тот же самый Анастас Бендерев, который и не уходил в болгарскую, не возвращался в болгарскую армию. Там генерал Сарафов, довольно талантливый, интересный человек.
Энчевич, но именно Радко Дмитриев с его победом, с его известностью становился этим символом. Нельзя, правда, не отметить, да, что все-таки Радко Дмитриев понимал необходимость взаимоотношений с прессой. Во время Балканских войн он еще говорил, недостаточно одерживать победы, нужно еще, чтобы о них знали. Так учил сам Наполеон, говорил он одному из русских корреспондентов. И в 8-м корпусе, когда еще в самом начале войны, адъютантом Радко Дмитриева был один из лидеров славянского движения, депутат Думы Бобринский. А потом уже в 3-й, позднее в 12-й армии адъютантом был Николай Мамонтов, российский журналист, который живописал Радко Дмитриева еще во время Балканских войн. Признаем, однако, то, что и не только привечал таких вот сомнительных с точки зрения военной значимости людей, Радко Дмитриев, он старался и помочь болгарам на русской службе, если не мог его пристроить себе. Так сохранились письма его Брусилову, когда он хлопотал о каком-то болгарине, находящемся на русской службе, чтобы он получил какое-то назначение. Но при этом не то, чтобы он как бы просил. В этом не было коррупционной составляющей, скажем так. Он просто говорил, что это хороший человек, найдите, пожалуйста, ему место, он хочет воевать, он сидит без дела. То есть он не просил повысить или больших чинов. Но, правда, один момент можно отметить на совести некрасивых таких поступков. Это освобождение из российской тюрьмы Косты Тодорова. Да, по-моему, Косты Тодорова. Исповедная одна лудо-балканская глава, которая позднее написал. Позднее был довольно замечательным, знаменитым, можно сказать, террористическим деятелем. И в России он, собственно, сидел за такие же аналогичные свои действия, но поскольку у них с отцом Тодорова, Радко Дмитриева, были давние дружеские отношения, по просьбе Радко Дмитриева освободили этого человека из тюрьмы. Тот, естественно, сразу же уехал из России и продолжил свое дело, назовем так. Обращаясь, конечно, к вопросу популярности, причины популярности Радко Дмитриева, нельзя и указать о том, носителем какого образа он являлся. Во-первых, если слугой царя он не был, то являлся отцом-солдатом. Рассказывалось в этих байках о том, как он беседовал с вестовым о деревне родной вестового. Раненому в грудь ординарцу послал табак, спит на мокрой соломе, 20 часов работает, ложится спать на 3 часа, а потом вновь в седло. И этого же требовало от подчиненных, нужно признать, уже позднее. Опять-таки, как судьба интересно сводит, под началом Радко Дмитриев служил Черепанов, будущий один из больших начальников союзной контрольной комиссии в 1944 году в Болгарии. И этот Черепанов вспоминал, что Радко Дмитриев младших командиров наставлял собирать, знать солдат, вникать их в нужды, если требуется, писать неграмотные письма родных, знать, как зовут их детей, жен и так далее. То есть действительно Радко Дмитриев и сам был, и требовал других быть военачальником, близким к солдатам. Во-вторых, конечно, это не раз упомянутый пример личного мужества и беззаветной отваги, всегда впереди. И ему безумно как-то везло. Многие рассказывали о том, что под ним был убит конь, была прострелена его шинель, но он оставался нераненым, что он мог стоять под деревом, уйти оттуда, и следом туда упадет снаряд. Солдаты даже говорили, он что-то знает, намекая на некую потустороннюю связь Радко Дмитриева с какими-то богами войны. В-третьих, конечно, Радко Дмитриев понимал, что ему нужно комплиментами отвечать на комплименты, и он выражал свой восторг от русского солдата. Как писала пресса, Радко Дмитриев не может нахвалиться русским солдатом. Это говорит он титаны. С такими войсками я решусь пойти на самого страшного врага. Я горжусь тем, что я русский генерал. Я горжусь, что командую русским солдатом. Нельзя не признать, что, конечно, все эти черты, присущие Суворову, Скобелеву, они прекрасны. Они рождают у солдат любовь к своему военачальнику. Но, однако, теперь это была другая война, и командовать приходилось массами войск, даже зачастую не видя их, поскольку невозможно было объехать огромную протяженность фронта. Но кабинеты генералов солдаты не могли любить, это очевидно. Солдаты хотели видеть именно такого Суворова. И болгарин Радко Дмитриев, воспитывающийся еще, например, в войне 19 века, свое становление, прошедшее
в болгарской армии, несравнимо меньшей, уступавшей по численности, оставался в рамках устаревшей парадигмы военачальника. Недаром Бонч Бруевич, краткое время находившийся в подчинении Дмитриева, вспоминал, что командующий принадлежал к тому распространенному типу руководителей, который все любит делать собственными руками. И действительно, за счет личных качеств, за счет веры солдата, за счет появления перед своими цепями нельзя было победить. Весной 15 года стало очевидным, что против 3-й армии Дмитриева противник готовит наступление силами армии генерала Маккензина. В состав ударной группы входили свежие немецкие дивизии, где передали все наличные запасы артиллерийских снарядов. Радко Дмитриев эту очевидность видел. Он просил о подкреплениях, однако его обескровленные части получили их далеко не сразу. И когда германо-австрийские войска начали мощное наступление на участке 3-й армии, несколько раз обеспечив себе превосходство в живой силе, у Дмитриева было мало шансов. Его запрос о подкреплениях, об отходе руководство не удовлетворяло, требовали от него не уступать ни пяди земли, и ему ничего не оставалось иного, кроме как ездить по частям и уговаривать беречь снаряды. 28 апреля, то есть буквально за 10 дней, 3-я армия была разбита, в плен попало 140 тысяч солдат, это был печально знаменитый Горлицкий прорыв. Началось отступление по всему фронту, была утеряна Галиция. Вину за произошедшую катастрофу начальство пыталось свалить на Дмитриева. Его сняли с должности, хотя коллеги военачальники считали, что ответственны за поражение генерала Иванова, командующего фронтом. Тем не менее, надо признать, что и здесь Радко Дмитриев не был безгрешен. Он не наладил службу связи, а вместо этого ездил по частям, отдавая через адъютантов приказы командирам, не ставя известность более высоких их начальников, что только увеличивало сумбур и беспорядок. Собственно, это и подвело в Радко Дмитриеве его качества, которые в нем воспевали управление войсками передовой. Радко Дмитриев оказался явно не готов к этой ситуации. К нему прибыл тогда командующий дивизией другой болгарин Инчевич и вспоминал, что перед его глазами явился больной, сгорбленный старец с блуждающими глазами, который не мог узнать и понять меня, будто утратил речь и разум. Он говорил: «Ужасно, моя армия разбита, ничего не знаю». Он рухнул табуретку возле стола и схватился за голову. Час славы болгарского генерала минул, как казалось, его оставят в резерве. Он был в имении своего сына, без должности, ходили разные слухи. Одно верно, что он не удел, писал Иван Сарафов, еще один болгарин и русский генерал. Однако потребность в опытах военачальника осталась острой. В июне 15 года Дмитриева назначили командующим сибирским корпусом, стоящим в резерве. Затем он получил другой корпус в 12-й армии. Тут, на этом участке фронта, теперь командовал генерал Куропаткин, который был близок ко дворцу, и он покровительствовал Радко Дмитриеву. Куропаткин ходатайствовал о назначении Радко Дмитриева командующим 6-й армией. Однако Радко Дмитриеву дали армию, однако 12-й, потому что, как тогда при дворе считалось, царь нашел неудобным, чтобы болгарин защищал столицу и вел операции в Финляндии. Как-то не смешно, спустя буквально 2 года именно болгарин Иордан Пехлеванов будет оборонять Петроград от немцев. Однако в 16 году, когда казалось, что катастрофа далеко, болгарин на таком месте считался неуместным. И Радко Дмитриеву дали 12-ю армию, хотя все-таки на него смотрели именно вот в ракурсе его личных качеств. Аттестация ему была довольно интересная тогда дана. Радко Дмитриев любим подчиненными и войсками за свою мягкость и беззаветную личную храбрость. Однако этих качеств у нас мало. В нашей армии нужна твердая власть. За все время командования 3-й армии Радко Дмитриев не прогнал ни одного начальника, не сместил даже с должности. Эта мягкость у нас не должна оцениваться положительно. Но в 16 году еще казалось далеко до катастрофы, но слова будут пророческими. А до этого
Болгария вступила в войну. Радко Дмитриев на родину приказом военного министра был объявлен, естественно, дезертиром, поскольку не явился мобилизацию. Но вот эта зажатость, сидение на двух стульях, можно сказать, если так, и здесь сыграло дурную роль, поскольку все-таки и сам Дмитриев, и его семья оставались болгарскими подданными, которых теперь собирались интернировать. И генеральный штаб русский был вынужден обращаться в департамент полиции с просьбой не высылать из Петрограда и не принимать каких-либо репрессивных мер по адресу членов семьи Радко Дмитриева, супруги Ольги Николаевны, русской по рождению, сына Михаила Радковича, окончившего детский корпус и состоящего студентом Петроградского политехнического института, и служащего в доме в качестве прислуги 10 лет девицы Марии Добревой, а также другого сына, Дмитрия Радковича Дмитриева, окончил Киевский кадетский корпус, ныне проживающего с супругой Окуневой в имении в Псковской губернии. Отметим, что, судя по документам полиции, семью Радко Дмитриева не проверяли, а вот эту прислуживающую Марию Добреву проверили по картотеке, на всякий случай, наверное. В январе 16 года Радко Дмитриев получил орден Владимира второй степени с мечами. И к началу 16 года относится появление проекта, который большинство историков связывает именно с Радко Дмитриевым. 16 апреля в руководстве России обсуждалось предложение генерала, деловитость которого уже не раз была доказана, но не указано какого, устроить в Болгарии свержение царя Фердинанда силами местными политиков, пообещав им, что страна получит ряд территориальных приобретений. Как я сказал, многие историки связывают с Радко Дмитриевым. Однако кажется все-таки, что Дмитриев был не в том возрасте и не в той уже энергии, наверное, чтобы такие вещи командовать. Довольно убедительно это географические сложности этого процесса показал другой российский историк Василий Борисович Каширин, что, наверное, здесь был Иван Сарафов. И Радко Дмитриев, конечно, мог вспоминать свою прекрасную заговорческую молодость, но вряд ли был замешан в этом деле, как бы кому-то там не хотелось. Но своего поведения в армии Дмитриев не менял. Ездил по позициям, желая дать пример другим командирам. В декабре 16 года 12-я армия предприняла наступление на Метау, были достигнуты определенные успехи, но армия уже разлагалась. Она вышла из-под контроля. Радко Дмитриев попытался наладить все жесткой рукой, провести расследование, был казнен 61 человек. А вскоре грянула февральская революция с знаменитым приказом номер один Петроградского совета, который вводил в армии теперь уже демократические способы управление. Радко Дмитриев, как можно было ожидать, выступил на стороне новых порядков. И уже 8 марта 1917 года он отправил телеграмму по армии, который предложил прекратить исполнение гимна «Боже, царя храни», а ежедневной молитве «Спаси Господи» заменить на упоминание монарха на временное действительно правительство. Вскоре он инициировал общеармейский съезд солдатских комитетов, выступил на его открытие. Когда комитеты начали арестовывать офицеров, Радко Дмитриев выступил на стороне солдат. «Если народ этого хочет, значит, это правильно», — заявил он. Это, конечно, дало ему популярности. Когда его хотели отстранить от должности командующего 12-й армии, комитеты заступились за ним перед верховным главнокомандующим Брусиловым. В глазах руководителей армии, конечно, это не могло сыграть на авторитет. Однако все это сыграло злую шутку с ним. Потворствуя армии, он способствовал ее фактическому разложению. И вскоре он был вынужден признать, что армия не способна к выполнению активных боевых задач, попросил об отставке. Она была удовлетворена, и генерал Радко Дмитриев бесславно покинул войска и вскоре семью отправился в Ессентуки на лечение. Он отказался принять участие в гражданской войне тем, что он не может сражаться против русских. Его пытались привлечь большевики, предлагая создать офицерскую армию для отражения немецкого наступления на Кавказе.
Однако Радко Дмитриев требовал, чтобы офицеры, поступающие в армию, пользовались всеми присущими это званием прерогативами. Большевики этого дать, конечно, не могли, но тем не менее без его спроса напечатали в газете, что он уже, да, согласен выступить на стороне красных в борьбе с гайдамаками и немцами. Таким образом, и даже большевики пытались использовать его авторитет, пусть даже без самого согласия Радко Дмитриева. Но, тем не менее, он не служил в Красной армии, и в Белой не служил, хотя позднее в воспоминаниях генерал маршал Буденный заявлял, что в станице Лавлинской солдаты первой конной зарубили Радко Дмитриева. Это все было не так. Все было более трагично. Он продолжал жить в Ессентуках, пока 11 сентября с рядом офицеров, и в том числе генерал Русский, не был взят в заложники и привезен в Кисловодск. Здесь междоусобица между большевиками Северного Кавказа привела к тому, что появился приказ о казни 47 заложников, в число которых вошел и болгарский генерал русского происхождения. Ночью 18 октября, 1 ноября 18 года заложники после длительных истязаний были забиты насмерть либо зарублены. При этом, как утверждали некоторые свидетели, красноармейцы отказывались казнить русского Дмитриева из-за их авторитета. По другой легенде, генерал оставался до конца в образе. Он попросил перед казнью: «Ребята, дайте я покурю последнюю папиросу, а мой золотой портсигар возьмите на память обо мне». Палачи, если верить легенде, выполнили желание начальника, но смерть его не облегчили, забили его прикладами. Добровольческая армия, заняв Кисловодск, провела эксгумацию тел Дмитриева и остальных. И до сих пор в Пятигорском некрополе, близ Лазаревской церкви, можно видеть эти две отдельно расположенные скромные могилы русского и Дмитриева. В самом Пятигорске существует какое-то представление о том, кто у них в земле лежит, причем довольно такое сомнительного качества, сомнительного уровня. Во второй половине 20 века были записаны слова очевидца, якобы видевшего на антигерманском митинге генерала, якобы тот говорил по-меньшевистски и дал интересную характеристику самому Дмитриеву. Болгарская буржуазия стала травить его за то, что он организовал заговор на свержение царя Бориса, первый ворвался к нему в кабинет, арестовал, посадил на извозчика, вывез на германскую границу, там отпустил. К власти пришел сын сверженного царя, Радко был главнокомандующим болгарской армии, разбил турок. Когда болгарский царь не послушал совета выступить на стороне России, попросил у Николая убежища, пожелав сражаться против немцев. Это все, конечно, довольно юморно. Но более трагичная история с использованием его имени потом. Его пытались тело вернуть на родину, однако это в силу политических амбиций разных не было удовлетворено. Он до сих пор покоится на этом самом месте. Его имя периодически становится объектом травли. На него вешают всех собак за все поражения Болгарии, которые чуть ли не с битвы при Белосице. То его имя восхваляется. И он остается такой вот фигурой, объединяющей наши две страны, фигурой из пантеона военачальников русских и болгарских, фигурой, которая, тем не менее, не может найти своего покоя, потому что именно, опять-таки, на нем вынужден находиться на двух стульях, или, если можно сказать так, на двух престолах славы. Спасибо за внимание. Я думала, что знаю много нашем герое, а эта история для меня стала намного более волнующей. Я думаю, что эта лекция является некой провокацией дальше и больше знать о нем. Он родился 24 сентября, а умер 1 ноября. И наша лекция именно в этом промежутке между жизнью и смертью. Человек, который прожил 59 лет, а столько сделал, в стольких войн поучаствовал и был таким доблестным воином, что я думаю, что если говорить о душе и мире его души, то, наверное, встречи, как сегодняшняя, являются путем к этому миру души. И слава Богу, в Болгарии есть и памятники Радку Дмитриеву, есть и поселок Радку Дмитриеву. И я думаю, что все еще будет и будет восстановлена ткань этого образа замечательного героя четырех войн, эрудита, действительно, знатока. Он знал, по-моему, четыре языка, у него все на четыре. И смелого человека с идеалами, которых сегодня нам так не хватает. Спасибо, что все были с нами. Скажите, пожалуйста, какова судьба его детей?
Это очень интересный вопрос. Тот же самый Сарафов писал, что Радко Дмитриев был зарублен вместе с отцом, но это оказалось, слава богу, что не так. Его семья позднее, вот тут не дается понять, каким образом она вернулась. Хотя семья, наверное, не вернулась, семья, наверное, переехала. Все-таки они родились в России, они были русскими, они переехали в Болгарию. В 1929 году один из русских эмигрантов, наверное, многим известным, князь Ратиев, упоминает о сыне Михаиле Радковиче, как о кандидате в правление болгарского филиала французской фирмы, производившей огнетушители. Дальше не удается никаких найти упоминаний. Второй сын, который проживал в Псковской губернии, в имении супруги Акуневой, тоже на долгое время теряется, известно лишь, видимо, очень похоже, все совпадает, что это именно он. Он в 1937 году числится как 48-летний парализованный Дмитрий Радкович в русском инвалидном доме на Шипке. Дальнейшие его следы теряются. Есть, тем не менее, его внучка, которая с двойной фамилией французской, если не ошибаюсь, она дала деньги на написание издания книги, вышедшей в прошлом году, позапрошлом, в 18-м году, получается, Пенелина Цачевского у Радко Дмитриева. И когда я Цачевского спросила, чья она, Михаила или Дмитрия, тот сказал, нет, это, говорит, от первого брака. Я говорю, а какой первый брак? Нигде не упоминается, что у Дмитрия был первый брак. Сейчас сказал, развел руками. Видимо, это следы бурной молодости. Все-таки, хотя он был и невысокого роста, но все-таки в юности он был довольно статным человеком. Так что вот что про это можно сказать. Но тоже, если не брать вот эту вот дочку, внучку и эту линию, сыновья вряд ли шиковали и нашли себе большое применение в жизни. А как насчет внучки в Финляндии? Ой, вот Финляндия, которая, да, вот. Да, вот я французская, финская, да. Да. А это она? Ну вот мне так объяснил Сачевский, я так и не понял, что это вот так. Я не стал уточнять, хотя было очень интересно. Значит, я тоже не понял, как кто его убил, застрелил, как вы уточните? Там в это время между большевиками на Кавказе идет междоусобица такая. Там один из них выходит как бы из-под контроля, пытается свою, ну, махновщина чистой воды, скажем так, творится там. И один из вот этих захвативших приказывает казнить вот этих бывших, как их тогда называли. Там интеллигенты, генералы, офицеры просто. И это от имени делается советской власти, они казнятся, но после того, как вот эту махновщину, выступавшую от имени советской власти, настоящая советская власть подавила, они тоже осудили этот поступок. Есть даже вроде как Ленин высказался на эту тему, и что встречался с Бонч-Бруевичем сын, Радко Дмитриева Михаил, которому Бонч-Бруевич сказал, мы очень скорбим, это было неправильно, это были вот эти вышедшие из-под контроля отряды вольницы. Но правда очень интересно, что Бонч-Бруевич при этом сказал фразу, которая на русский язык переводится как «лес рубят, щепки летят». Значит, я могу добавить, да? Да. Значит, вы там сказали, если я правильно понял, что солдат его, так я не понял, как его убили. Прикладывали. Не прикладывали. Был этот палач, я хочу уточнить, не солдат, потому что это получается русский. А я хочу уточнить, это уже доказано, что это азербайджанец. И там сколько, 60 или 100 человек было? Там 60. Ну, я слышал другую цифру, но это... Я хочу другое сказать, что там были высокие чины, включительно Радко Дмитриев, и азербайджанец своими руками голову ему обрезал. Значит, дальше.
Это у вас азербайджанцы, Володя, может, подскажете, или его, не знаю, азербайджанцы имеют сейчас улицу в Москве на его имя. В Москве улица этого палача. Это раз. И второе, главный орел уже определенное время борется о том, чтобы это имя азербайджанского, потому что вы сказали, не прикладами, а именно 10 человек как животные их кололи. Сегодня 29-е, вы упомянули несколько раз Скобеля, ему 177 лет сегодня, и болгарская диаспора сегодня скромные цветы возложили на памятник Скобеля на метро Юго-Запада. Атарбекян фамилия палача. Атарбекян. Эта информация озвучила так известная фамилия Решетников. Воспитанник. И было уже года два назад тоже лекции, вот такая. Решетников, он уже с определенной осторожностью к заявлению относиться. Главный орел, именно вот такая истина. И жалко, что вы даже не упомянули ни разу сегодня день рождения Скобеля. Ну, зато вы сказали. То, что я хочу сказать, что лекция сегодня шла на Культура РФ. И она будет не только, ну, она была в прямом эфире, но она будет и в записи. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, идите на сайт Культура РФ, можно послушать еще раз эту лекцию. Наверное, даже можно, я не знаю, Катя, можно ли задать вот лекции вопросы. Или, наверное, мы выложим лекцию на соцсетях Болгарского культурного института и Центра славянских культур, и наш уважаемый лектор ответит на какие-то вопросы. И, в принципе, вы поняли, что эта лекция была организована в рамках совместной программы Болгарского культурного института Центра славянских культур. Спасибо большое всем. До новых встреч.